Бойцу 28 лет, рост 171 сантиметр, официальный вес 77,4 килограмма. 28 years old, official weight 77.4 kilograms. Его профессиональный рекорд 48 боев, 28 побед, 20 поражений. And his professional record 48 bouts, 28 victories and 20 defeats. Чемпион Бразилии по вольной борьбе, двукратный чемпион Бразилии по дзюдо, трехкратный бронзовый призер чемпионата мира по джиу-джитсу. Freestyle wrestling Brazilian champion, two-time champion of Brazilian judo, three-time bronze prize winner, championship of the world in jiu-jitsu. Дамы и господа, из Бразилии. Ну, чемпион Бразилии просто по всему, по-моему, по всем борцовским видам спорта. Нет, ну там, в принципе, он, дзюдо и вольная борьба, что ну, вольная борьба в Бразилии, принципе, трудно сказать. Да, вот это мне тоже. Да, джиу-джитсу там сказали, что бронзовый призер, вот он, мировых чемпионатов. Вес 76,9 килограмма. Его профессиональный рекорд 15 боев, 15 побед. Двукратный чемпион мира по боевому самбо, победитель восьмерки «Атриум Москва», чемпион турнира «Золотой кулак Россия», воспитанник спортивного клуба имени Базарганова, представляющий команду «Комбат Добро» из Дагестана. Встречайте, Хабиб Нурмагомедов! Хабиб Нурмагомедов, боец из Дагестана. Достаточно сильный боец, хороший борец, как мы уже говорили, подписан в организацию UFC. И пожелаем Хабибу Нурмагомедову удачи. Слушаем мои команды. Как в этом бою, так и уже в боях последующих. Не хватаемся за канат. Don't take ropes off the ring. Не бьем по затылку. Don't punch back of the hand. Ну, я думаю, что Ари Марселя Сантос, особенно с учетом твоего объявления, в принципе, он и до этого не выглядел сильным соперником. Ну и сейчас, как бы, как, наверное, можно понять, и им и не стал. Но все равно, что ни говори, Хабиб Нурмагомедов на сегодня является одним из сильнейших бойцов. Безусловно, конечно, конечно. России в категории до 76 килограммов начинал. Соглашусь с тобой. До 77, да. До 77-76. Безусловно. В мире. Начинал Хабиб на любительских турнирах. Я еще помню, когда Хабиба практически никто не знал. То время, это было года 3-4 назад, когда Хабиб бился вот на московских любительских турнирах по панкратиону, на Кубке Атриума потом выступал. Это уже по профессионалам. Где как раз выиграл восьмерку, в которой участвовали довольно именитые бойцы, в том числе и Александр Бутенко. Ну, Александр Бутенко не встречался. Не встречался, он тогда Абдулкеримова Шамилю проиграл, а в финале уже Хабиб победил Абдулкеримова. Вот так было. На ту восьмерку также заявлялись и Сергей Галяев, и Карен Григорян, но ни один, ни другой на том турнире не выступили. Ну, я думаю, Сергею Галяеву участвовать в восьмерках абсолютно смысла не было на тот момент. Он известный был боец. И проверять себя в непонятном турнире, наверное, было, не имело смысла. Ну, для него непонятного, конечно. Ну, там и, кстати говоря, гонорар был очень неплохой. Поэтому вполне мог бы попробовать себя Сергей Галяев. Но другое дело, конечно, восьмерка для такого именитого на тот момент спортсмена. Мне кажется, участвовать в таком турнире было бы неправильно. Ну, сейчас на носиле ринга находится бразилец. Судя по всему, бить он, наверное, умеет только лоу-кики. Вот. Руки, я так понимаю, у него только для защиты. Как мы слышим,
Люди, понятно, Хабиба поддерживают. Пытался ногу начало... взять бразилец, да, но... Начало поединка за Хабибом. Легко, знаешь, выберется из этого положения. Странно, что же за вольная борьба такая в Бразилии, что так спокойно бразильцы бросают на протяжении всего боя. Вот такие очень опасные удары на скачке, такие супермен-панчи, только соперник Хабиба внизу находился в этот момент. Ну, я думаю, что... Ground and Pound хорошо демонстрирует Нурмагомедов. И, судя по действиям бразильца, мне кажется, он ошеломлен. Я думаю, что вопрос остановки боя – это вопрос времени, причем ближайшего. Знаешь, что мне нравится? Хабиб, в принципе, от боя к бою растет. Вот, правда, уровень соперников Хабиба не становится сильнее, хотя, напоминаю, в UFC уже даже анонсирован его первый бой, первый соперник, и первый соперник, прямо скажем, не подарок, не чета вот этому бразильцу. Проигравший нокаутом свой предыдущий бой Камал Шаварус, да. Да, но все равно уровень-то Камала, согласись, значительно выше, конечно, чем уровень... Здесь трудно возразить. Мерселя Сантоса. Остановка боя. Поздравляем Хабиба Нурмагомедова с очередной победой. Все он сделал четко, правильно. Ну, а проблемы соперников – это, наверное, проблемы соперников. Ну, правда, почему бразилец здесь отвернулся, я так и не понял. Удара я акцентированно не видел. Ну, может быть, просто психологически был сломлен. Ари Марсель Сантос. Победу одержал. And your winner by tactical knockout victory, Хабиб Нурмагомедов. Хабиб Нурмагомедов побеждает. И нам осталось посмотреть...